Как немецкий министр обороны обидела польского коллегу и всех поляков заодно. Урсула фон дер Ляйен принимала участие в ток-шоу на телеканале ЦДФ, это было еще на минувшей неделе, и в студии говорили о европейской политике и реформах в странах Балтии и Польши. Фон дер Ляйен, в частности, рассказала о том, что ее ребенок учился в Варшаве в 2015-м, и тогда, цитата, «пережил смену режимов в Польше». Министр вспомнила, как поляки и прибалты боролись в свое время с коммунизмом, а потом посоветовала Польше поддерживать, вновь цитата, «здоровое демократическое сопротивление в лице молодежи». Вот эти слова и вызвали бурную реакцию и негодование всеми. Сначала министр иностранных дел Витальд Ващиковский обратился к фон дер Ляйен и посоветовал не вмешиваться во внутреннюю политику Польши. А в понедельник в Германию пришла нота из польского министерства обороны. Цитирую, «неприемлемо, что страна-член НАТО призывает граждан другой страны-члена Альянса к антиправительственным действиям». Немецкое министерство обороны ответило, что фразу фон дер Ляйен просто вырвали из контекста. В Польше считают, однако, что немецкое ток-шоу стало поворотным вообще моментом в отношениях соседствующих стран. Так и интернет-издание «В политике» сообщает, что Германия нарушила все дипломатические нормы и поспособствовала тому, что отношения между Германией и Польшей выходят на новый напряженный уровень. Впрочем, ни для кого не было секретом, что немецкое правительство симпатизирует польской оппозиции, но прозвучала эта симпатия на словах, да еще и в прямом эфире впервые.